Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня у нас 6 августа, 19 часов по московскому времени, а значит, пришло время нашей традиционной воскресной командной планерки. И на этой планерке мы обычно с вами расставляем акценты предстоящего каталога, предстоящей недели, смотрим, что нас ожидает новенького, на что нужно и важно обратить внимание. В общем, обо всем об этом мы с вами как раз сегодня и поговорим. Итак, в общем-то, как обычно, на первой неделе каталога, во-первых, хочу сказать, что мы все с вами большие молодцы. Предыдущий 10-й каталог мы закрыли с большими и позитивными успехами. У нас в команде достаточно большая армия новичков пришла. А раз есть новички, значит, обязательно будут новые результаты у менеджеров. И вчерашние новички, это уже, я так надеюсь, менеджеры, будущие менеджеры этого каталога, да, а менеджеры – это люди, которые в течение ближайших 2-3 каталогов выйдут на уровень 22%, а значит, станут директорами. Поэтому все, что мы с вами делаем, основа того, что мы с вами делаем, это в первую очередь, конечно же, рекрутинг, то есть приглашение новых людей в свою команду, и, конечно же, второе, что нужно обязательно уметь делать, это, конечно же, научиться организовывать товарооборот как личный, так и групповой. И сразу хочу сказать, что, знаете как, мне часто задают много вопросов, и задают вопросы с нашей команды и не с нашей команды, буквально только что перед началом этой планерки мне в личку написала девушка, ну, с просьбой, да, о том, рассказать о нашем проекте. Я с ней созвонилась, выяснилось, что человек находится уже, но в другом проекте, и, в общем-то, открыто такое поступило мне предложение, да, возьмите меня к себе. Я ей объяснила правила компании, я ей сказала, что она уже в проекте, и она уже, собственно говоря, внутри компании, какой смысл вообще менять один проект на другой проект, это просто бессмысленно, потому что везде нужно делать одно и то же, понимаете? Ну, нет никакого волшебства, нет никакой волшебной палочки, нет никакого чуда, да? Каждый из нас делает одни и те же действия. Каждый из нас обучается, выходя вот на планерки, на вебинары, читая информацию в чатах. Каждый из нас организовывает личный товарооборот, учится организовывать, либо уже организовывает, если научился, и тогда уже он учит свою команду организовывать личный товарооборот. И каждый из нас приглашает новых людей в проект. Да? И, собственно говоря, вот эти три простых действия абсолютно каждому помогут стать теми, кем вы только хотите, зарабатывать столько, сколько вы хотите. Поэтому приходить в какой-то другой проект и говорить о том, что, ну, наверное, вот тут вот случится чудо, и тут вот что-то такое невообразимое, нет, ребята, нету этих чудес. Все работают, все рекрутируют, все организовывают личный товарооборот, и самое главное, да, станьте тем человеком, за которым хочется идти. Вот подойдите сегодня после этой планерки к зеркалу, посмотрите на себя в это зеркало и задайте себе вопрос, а я бы вот на человека с такими глазами пошел бы, понимаете, взгляд, горящий взгляд, энергия должна быть, желание. Вот новички очень часто растут не на знаниях, а именно на желании, вот на этом, на своем драйве. Но вот этой вот вере в спонсора, вере в команду, в которую они пришли. И вот на этом они растут. И, ребята, я сказала ей именно это все, да, и узнала, с какого она проекта, она назвала мне свой проект, сказала, замечательнейший проект, и отправила ее в свой проект добиваться успеха и пожелала ей, когда в ближайшем будущем встретиться уже на банкете директоров со мной, подойти ко мне в зале Олимпийского или где там будет проходить очередной банкет и сказать, здравствуйте, это я вам звонила, спасибо вам огромное, что мне тогда дали пинка для скорости. Потому что после этого я начала просто-напросто работать, да, а не ждать манны небесной, не сидеть и не думать, что, ну вот если я от этого к этому спонсору перейду, то вот тут у меня точно рост пойдет. Нет, ребята, не пойдет рост, дело не в спонсорах, дело в том, каким вы спонсором являетесь для своей команды.
какой вы будете лидер для своей команды, какую вы команду построите, да, вокруг себя, вот в чем дело. Поэтому посмотрите на себя, скажите сами себе, пошли бы вы сами за собой. И если вы себе честно говорите, пока еще нет, значит, вы в чем-то сомневаетесь. Значит, да, вот, Лен, я правильно, я все время включаю эту песню, потому что мне кажется, что это просто гимн вообще всего того, что может человек совершить в своей жизни, да, все зависит от нас самих. Не надо ждать чуда, чудите сами, да, есть такое хорошее высказывание, чудите по-хорошему сами, показывайте примером для своей организации пример действий. Не важно быть гипер, обученным. Вот честно вам хочу сказать, крамола, конечно, но это правда. Важно быть деятельным, важно делать каждый день. Вы знаете, вот если вы будете все время сидеть и обучаться, вы станете попой с ручкой. Ну, такая умная, хорошая, ну, толку-то от этого, да? А если вы будете каждый день действовать, то сначала у вас будет не получаться, может быть, много будет не получаться, потом у вас будет чуть лучше получаться, потом еще лучше, еще, и вы станете профессионалом в этом деле. И за вами начнут идти люди, и вы станете интересны людям, и люди загорятся. И вот как я уже сказала, я это давно уже поняла, да, что за все в этой жизни приходится платить либо временем и энергией сегодня, либо чем-то другим завтра. Вообще, лето на улице, да, казалось бы, можно полежать на пляже, отдохнуть, позагорать, погулять, я не знаю, там, что еще сделать, в общем, куча приятностей, которые можно сделать. Но, ребята, все зависит от того, какие вы ставите цели. И я, например, за то, чтобы все успевать совмещать. Я, например, сегодня была на пляже, да, и у меня свидетели есть. Вот Регина, я смотрю, она тоже уже здесь с нами. А вообще-то мы с ней встретились сегодня как раз в районе пляжа, да. Лидер успевает абсолютно все. И позагорать, и отдохнуть, и расслабиться, что очень важно для нашего здоровья, да. Но и при этом почитать презентации, и провести обучение, и провести планерку, и собеседование, и созвоны, и все, что нужно для роста именно бизнеса. Надо все уметь совмещать, надо все успевать делать в этой жизни. Я до 6 класса, пока мой сын учился, да, до 6 класса всегда, ну, сначала вообще делала с ним уроки, а потом контролировала эти уроки. При всем при этом я закрыла статус сапфирового директора, бриллиантового директора, расту дальше по карьерной лестнице, всегда проводила обучение команды, всегда много рекрутировала, всегда много сопровождала, всегда много работала. То есть я к чему хочу сказать? Я хочу сказать, что... Так вот, Люба пишет, ничего не слышно, а только Любе ничего не слышно или еще кому-то. Давайте еще раз, плюсики, если вы меня слышите, и если не слышите, будем что-то с этим делать. Так, давайте поставим. Ага, пошли плюсики. Значит, напишите, пожалуйста, Любе, чтобы она перезагрузилась. Угу, все отлично. Вот, и надо все успевать, ребята. Жизнь, она одна. Ну, есть, конечно, в разных религиях разные предположения на эту тему, но в любом случае мы помним только эту жизнь. Давайте вот так договоримся. Мы помним только это вот свое пребывание на земле, да, поэтому надо успеть все сделать, и с семьей побыть, и мамой быть хорошей, женой быть прекрасной, и быть красавицей, и при этом делать карьеру, и все надо успевать, да, или там мужем быть прекрасным, то есть все надо, ребята, успевать в этой жизни, и отдыхать, и работать. И чем мне нравится работать летом, очень нравится, обожаю работать летом, потому что день длинный, потому что как раз именно летом легко успевать все, легко. Утром проснулся, на улице прекрасная погода, пожалуйста, съезди на озеро, на речку, на море, у кого там что рядом близко, да, с вами, отдохни, позагорай, поваляйся на песочке, понаслаждайся жизнью, ну, 3-4 часа, да, и все, и давай начинай работать, и включайся в дело, потому что
Задай себе вопрос, какая у тебя цель, чего ты хочешь добиться. И опять же к разговору о том, что за все придется платить. А, тоже сегодня лежали на пляже, загорали с Сашей. И мне Саша говорит: о, говорит, смотри, наш бывший консультант идет. Я посмотрела, да, на самом деле идет по пляжу наш бывший консультант. И знаете, чем занимается? Продает кукурузу вареную. На пляже, вот так вот, в жару, вот, ну, люди отдыхают, люди загорают, люди удовольствие получают, а она хоть кукурузу между ними продает. И вот это как раз к разговору, что за все придется платить. В свое время, когда она пришла к нам в команду, я ей говорила: Оля, надо обучаться, Оля, надо приходить, ну, сейчас это вебинары, да, тогда это были живые школы в сервисном центре. Оля, надо пообщаться, Оля, давай поймем суть бизнеса, надо приглашать людей. Когда я это все говорила, она мне навсегда отвечала: мне некогда, я ничего не успеваю, мне некогда, у меня ребенок, у меня то, у меня все, мне некогда. Слушайте, ну вот ей тогда было некогда, а сегодня она кукурузой на пляже торгует. И все, и где ребенок? Рядом с ней ходил, тоже, понимаете, видать, к бизнесу тоже привыкает с детства. Вместе с ней идут вместе, торгуют этой кукурузой. И я понимаю, что это не от хорошей жизни происходит. Я понимаю, что она идет с этой кукурузой не потому, что она финансово обеспечена, не потому, что она комфортно себя чувствует в этой жизни, не потому, что она состоялась в этой жизни, а потому что, ну, вот так. Она не нашла, значит, других способов зарабатывать. Но когда я ей говорила, понимаете, она мне отвечала: у меня нет времени. Чем она сегодня... Вот тогда она не заплатила своим временем, да, не научилась, не включилась в систему работы, а она пришла как раз, когда у нас уже вот новая система запускалась. Не пришла она в эту систему, не было у нее времени на обучение приходить, не было у нее часа в день не находилась для того, чтобы со спонсором посидеть, пообщаться. Персоналки у меня была, представляете, я была ее спонсором. То есть, если опять же, да, говорить о том, что кто-то говорит, а у кого-то такой спонсор, у кого-то другой спонсор. Ребят, я была ее спонсором. А я непосредственно пыталась ее чему-то научить. И сегодня этот человек ходит на пляже, торгует кукурузой. У нее есть на это время. Есть время варить эту кукурузу дома, есть время вот в этой жаре таскать этого же самого ребенка рядом с собой по этой жаре, и он не отдыхает, он рядом с ней идет, вот я говорю, она приучает к бизнесу. И у нее сегодня находится на это время, а вчера у нее не было времени. Поэтому, ребята, всегда придется платить. Либо сегодня вы платите своим временем, вы расплачиваетесь, как бы, знаете, своими страхами, причем чаще всего придуманными страхами, которых не существует абсолютно, либо завтра, вы будете задавать себе вопрос, а почему у меня нет такого успеха, как вот у этого, почему вот у этого получается, а я вот нет, почему к этому приходит, а ко мне нет, потому что этот человек прошел отказы, он прошел некоторое количество отказов, да, может быть 5, может быть 10, может быть 20, может быть 50, может быть 100, может быть тысячи, как я, отказов, ребят, тысячи. Я вот, у меня всегда рядышком со мной лежит мой блокнотик. Вы знаете, вот в этом блокнотике, это не первый блокнотик, да, вот тут вот лежит сверху еще один точно такой же, полностью исписанный. Посмотрите, полностью, весь, на каждой страничке что-то написано. Что здесь написано? Это я веду для себя статистику. Ребят, здесь написаны телефоны, имена, кто дал мне этот контакт или откуда я его взяла. А затем, когда я связалась с человеком, я пишу, ну, я задаю ему вопросы, где он живет, чем занимается, какие у него есть желания, зачем он вообще ищет себе дополнительный доход. И если человек зарегистрировался, значит, я пишу его регистрационный номер, пароль. Если нет, значит, я пишу там, ну, куда он делся, да, то есть я пишу там, не зарегистрировался, там, подумал, еще что-то. Вот один блокнотик, во-вторых, то, что под рукой, вот второй блокнотик. Вот этот вот блокнотик я начала буквально, ну, наверное, где-то в начале прошлого каталожного периода, да. Вот, смотрите, я не знаю, сколько здесь листов исписанных полностью, на каждом листочке в среднем 5-6
вот таких вот номеров телефонов и досье на различных людей. И вот если мы откроем, ну, любую страничку, вот я прям первый попавшийся открываю, смотрю, вот здесь раз, два, три, четыре, пять, пять человек. Из этих пяти человек регистрационный номер вот в данном случае написан у троих. То есть, другими словами, значит, два из этих пятерых мне что сделали, ребят? Отказали, не поверите. Я бриллиантовый директор, у меня большой опыт, казалось бы, да? Дальше следующую страничку открываю. Вот прекрасная страничка. Раз, два, три, четыре человека. Только один, вот только возле одного человека стоит номер и пароль. Это значит, три других мне что сделали? Отказали. Дальше смотрим. Следующая страничка. Раз, два, три, четыре, пять. Пять телефонов, ни одного регистрационного номера. Это значит, все пятеро мне отказали. Дальше перелистываю. Раз, два, три, четыре. Два регистрационных номера, два отказа. И так далее. Вот следующую страничку перелистываю. Четыре телефона, четыре отказа. Следующую страничку смотрю. Еще четыре телефона, еще четыре отказа. Дальше смотрим. Еще четыре телефона, два согласия, два отказа. Понимаете, я специально вам сейчас это говорю, чтобы у вас не складывалось впечатление, что, ну, вот им там хорошо, да, спонсорам всегда хорошо, а у них большой опыт, они все умеют, все знают, они, наверное, там с каждым человеком три минуты поговорили, и все быстренько согласились и побежали. Нет, нет, ребята, вот все как у всех, да. Но чем отличается человек, который достигает успеха, от того человека, который не достигает успеха? Только четко принятым решением. То есть я четко понимаю, это моя работа, давать информацию людям. Их работа либо соглашаться с этой информацией, либо не соглашаться с этой информацией. Но в любом случае, когда я набираю телефон нового человека, я знаю 50 на 50. Или человек придет ко мне в мою команду, и мы начнем с ним сотрудничество, либо он не придет, он не откажет. И даже когда он уже ко мне пришел, опять включается 50 на 50. Или он начнет делать то, что я ему буду говорить, или не начнет делать. И опять же через некоторое время, я не знаю, пойдет на, я не знаю, на пляже кукурузу торговать, да? Ради бога, моя задача найти всего-навсего 6 разумных партнеров. То есть у меня 6 есть, мне надо еще 6, чтобы стать исполнительным директором. 6 разумных партнеров. Ежедневно в интернете бывает 100 миллионов человек, ребят. 100 миллионов человек. Мне нужно всего-навсего одну регистрацию в день с личной подачей. Ну и 100 миллионов одного я могу найти, который мне скажет, да, мне интересно. Могу. Но только в том случае, если я поставлю перед собой такую цель. Каждый день общаться с людьми, давать им информацию, и дальше кто-то приходит ко мне в команду, а кто-то идет дальше своим путем. Не знаю, может быть, потом он когда-то пожалеет об этом, может быть, он вообще обо мне больше никогда не вспомнит. Мне это совершенно не важно. Мне важно другое. Я точно знаю, что есть 6 человек, которые четко поймут, что я хочу, что я им готова дать, чему я их готова научить, и они захотят также включиться в эту работу, они также захотят изменить свою жизнь, они также захотят быть красивыми, они захотят быть здоровыми, они захотят путешествовать, они захотят финансового благополучия, они захотят вокруг себя построить новую жизнь. И я ищу именно вот этих людей. И я перебираю, правильно вот, Настя написала, количество, да, просто количество. Я так же, как и вы, сижу и перебираю. Я делаю предложение одному, второму, третьему, пятому, десятому и, соответственно, получаю либо согласие, либо отказ. Я это делаю каждый день. Именно поэтому у меня есть результат. Именно поэтому у меня есть опыт. Потому что я делаю эту работу ежедневно. И успеваю все, и отдохнуть, и поработать, и получить удовольствие, и позагорать на пляже, и пообщаться, и провести планерку, и все, что для меня важно, я все это успеваю, потому что правильно распределяю свое время. Ну что ж, а мы с вами смотрим, знакомимся с текущим каталогом. Сразу хочу сказать, напомнить директорам, что я жду от них поздравления своих команд в среду у нас парад успеха. Соответственно, я уже до вторника, я жду от вас слайды с поздравлениями ваших команд, новых результатов. Пожалуйста, не задерживайте эти поздравления, потому что вашим людям
очень нравится, когда их поздравляют. Вообще, мне кажется, самое главное в жизни человека, это, конечно же, признание. Поэтому никогда не скупитесь на признание, никогда не скупитесь на похвалу. И если выбирать между наказанием и похвалой, я всегда выбираю похвалу, я всегда выбираю позитивную реакцию, да, я всегда лучше найду какой-то приятный момент похвалить человека, чем, например, там, тыкать его, да, что у него там что-то не получается. Ну что ж, и у нас с вами начинается новый каталог. Каталог просто, ну, вот знаете, есть такое, да, слово, любят очень в соцсетях, бомбический, да? Ну, правда, я не знаю. Я сегодня, когда вот составляла слайды и смотрела, что вообще, на что, ну, стоит обратить внимание в этом каталоге, на некоторых слайдах прям вот, знаете, вот так понапихано все будет, потому что я не смогла выбрать. Я просто не смогла выбрать, потому что этот каталог, он какой-то совершенно невероятный. Уже на обложке написано 100 лучших покупок августа. Я, видите, тоже в красненьком сижу, да, и там тоже девушка в красном и белом. 100 лучших покупок августа. То есть, ребята, мне кажется, это каталог один из самых крутейших каталогов этого лета. Мне кажется, что с этим каталогом сделать личный товарооборот вообще не будет представлять никакого труда. И с этим каталогом ну, можно сделать вообще любой личный товарооборот. Не только 150 баллов, но и 200, и 300, и 500, и даже больше, как мне кажется. Ну что, давайте полистаем этот каталог. Каталог вообще, конечно, очень модный. Посмотрите на него, да, он просто, ну, такой вот, знаете, как обложка красивого, дорогого, модного журнала. Очень привлекает внимание, на контрасте он весь построен и, конечно же, на совершенно прекраснейших предложениях. Ну что, и начинается наш каталог с драйвера, как всегда. И драйвером текущего каталога стали кошельки. Нам предлагают в этом каталожном периоде сделать заказ на 990 рублей всего-навсего. А я вам уже сказала, что это уж точно не предоставит никакого труда. И вы тогда сможете взять любой из представленных кошельков всего-навсего за 499 рублей. То есть это цена каталога, соответственно, наша цена еще значительно дешевле. И этот каталог... у нас, как я уже сказала, с большущими, невообразимыми совершенно скидками и очень-очень интересными предложениями, поэтому я так думаю, что каждый может набрать кошельков просто, ну, столько, сколько захочет. Кошельки прекрасные абсолютно, я вот так люблю, когда в кошельках обязательно есть отдел под молнию для мелочи, обязательно есть отдел для дисконтных карт, обязательно есть отдел для купюр. Я вообще люблю кошельки, чтобы купюры не мялись. Ну, можете считать это моим пунктиком таким, там, я не особо, знаете, контролирую там за фэншуй и все прочее, это чисто просто моя такая вот особенность. Ну, вот люблю деньги и купюры, чтобы они были такими хрустящими, новыми и не мятыми. Вот, поэтому вот этот кошелечек, в нем денежкам будет просто хорошо, очень хорошо. И если вы еще туда положите красную ленточку, то она будет притягивать ваш кошелечек дополнительные купюры, да, но это так, немножечко из области мистики, но, ребят, работает, работает. У меня вообще в кошельке мышка живет, знаете, да? Я в свое время, когда мы были на конгрессе предпринимателей в Питере, мы зашли в какую-то лавочку, какую-то, я даже не помню, что за лавочку, в каком-то там закоулке, переулке, и там я что-то купила, какой-то сувенир, и мне дали в подарок маленького-маленького, там, на сантиметр он малюсенький, мышоночек. И сказали, вот эту мышку положите себе в кошелечек, она вам будет денежки всегда приносить. Ребят, ну всегда деньги есть в кошельке. Ну уж я не знаю, там, мышка их носит или я хорошо зарабатываю, но деньги с тех пор в кошельке не переводятся. Поэтому верите вы или не верите, но все работает. Используйте все эти возможности, да, и пусть это все у вас тоже классно работает. Ну что ж, и вот буквально начиная со страницы 9, начинаются вот эти фантастические предложения, да. Ну, первое предложение, страница 8.13, закажите любые два продукта со скидкой 65%. Что нам тут предлагают? Ну, во-первых, нам предлагают губную помаду с блеском 3 в 1. Шикарнейшая совершенно помада, причем очень хорошо ухаживает за губами, не сушит губы. Серединочка, вот центральная часть этой помады, вот эта вот беленькая, да, это как раз ухаживающее средство, ну, типа специально смягчающего средства, да, нашего. Вот типа такого средства с маслом шеи и растительными маслами.
который увлажняет, смягчает кожу, питает, успокаивает и так далее. Затем идет следующий средний слой с ультрасияющими микрочастицами, который как раз дает блеск, да, красивый такой привлекательный блеск. И внешний слой, это уже слой цвет, который дает. Да? И когда вы наносите эту помаду, то она сразу и ухаживает, и объем придает, и блеск придает, и цвет, конечно, придает. Вот такая сразу три в одном. Одна помада выполняет функции сразу трех компонентов. Поэтому очень выгодное предложение, причем если вы, как я уже сказала, покупаете два наименования с этих страниц, то она вообще обходится вам совершенно смешную цену. Что здесь еще? Тушь, объемная тушь для ресниц. Дарю вам такой лайфхак. Если вы хотите, чтобы у вас реснички выглядели очень красиво, аккуратно и привлекали внимание, то первый слой наносите сначала гель-кондиционер на ресницы, затем вы наносите объемную тушь, объемную именно, в данном случае вот как раз на 11 странице представлена именно объемная тушь, а затем третий слой вы наносите удлиняющую тушь. Я вот, например, люблю наносить тушь 5 в 1, третьим слоем. И получается, что у вас, во-первых, будет ресничка к ресничке, прокрашены будут реснички хорошо, во-вторых, они будут и объемные, и длинные, и пушистые, и без комочков. То есть это будет все очень прекрасно выглядеть на ваших глазках. Поэтому пользуйтесь, пожалуйста, вот такими вот различными хитростями. А дальше, здесь же, в этих же предложениях есть и жидкие тени для век с эффектом металли, которые устойчивые, да, то есть вы наносите пальчиком, распределяете, они фиксируются, а потом уже сверху вы можете, например, цвет какой-то наносить, как я люблю, на жемчужный оттенок, да, я наношу иногда, ну, когда вечерний макияж, наношу жемчужный оттенок, а затем уже подводка карандаш, а затем уже идет какой-то уголочек вырисовывания каким-то цветом. Вот, прекрасно держится. Можно просто нанести отдельно сами тени, хорошо их растушевать, и, собственно говоря, это тоже достаточно. Кстати, сейчас лето, и если вы любите купаться и загорать, то это тоже прекрасный вариант, потому что эти тени достаточно устойчивые, то есть они не будут у вас скатываться, сворачиваться и что-то там еще происходить. Дальше, 15-я страница, сумочка. Здесь даже вот не стала ставить, иначе просто весь потолок надо ставить. Но на 15-й страничке есть сумка Агния. Видела эту сумочку, описание, ну как видео я видела про эту сумочку. Это сумочка под замшу, причем хорошего качественного исполнения, то есть на ней не будет совершенно никаких пятен оставаться, следов и так далее, знаете, да? Если хорошая замша, такая качественная, то можно вот в одну сторону провести, в другую сторону провести, и она ложится вот так, как вы, вот куда проведете, туда и ложится. Вот здесь как раз именно такой дорогой, хороший материал. И здесь ошибка, ребята, я обращаю ваше внимание, здесь ошибка. Здесь в описании и фотографии нарисована застежка магнит. Это не так, ребята. Здесь застежка молния, полностью хорошая, полная молния на всю сумочку. Поэтому, если вы любите именно, ну, как я, например, да, я не люблю застежки магнит, я люблю, чтобы застежка была молния, чтобы сумка полностью закрывалась. Тогда, пожалуйста, обращаю ваше внимание, здесь застежка молния. И второй момент, внутри в этой сумочке абсолютно нет никакого подклада, соответственно, нет никаких карманов вообще. То есть тоже, пожалуйста, имейте в виду, но при всем при этом внешне сумочка очень высокого качества и очень сильно похожа на натуральную замшу. В носке она будет абсолютно прекрасно себя чувствовать, поэтому если вы любите вот такие вот вещи, то, пожалуйста, приобретайте, а я, ну, скажем так, помимо того, что на эту сумочку глаз положила, еще и на этой страничке положила глаз на серьги «Хрустальная роса». Ну, люблю я такие серьги, мне они идут, мне это нравится, а когда вот они так длинные, шею удлиняют, да, вот здесь очередной раз, очередные серьги, ну, не могу пройти я мимо такой роскоши, в общем, скорее всего, эти серьги тоже у меня будут моими, и в следующий раз уже, скорее всего, вы на мне их увидите, да? Следующее предложение каталога – это два прекрасных летних, легких, комфортных, приятнейших ароматов совершенно с фантастической скидкой 60%. Это парные ароматы Happy Zodiac,
женский вариант, который такой ягодный, да, в составе египетский жасмин, лесная клубника и груша. И мужской вариант, в составе которого зеленое яблоко, клубника и австралийский лайм. То есть это как раз те ароматы, которые не напрягают совершенно летом. И если у вас есть пара, обязательно купите себе такой аромат, купите своей паре такой аромат, да, или подарите своей паре такой аромат. Вместе одновременно брызгайтесь, и у вас будет вот третий, вот когда вы будете вдвоем, у вас будет третий вообще аромат появляться, просто совершенно уникальный. И, ну, скажем, все на вас будут оглядываться, и все будут вам завидовать, что вы такая вот вкусно пахнущая пара. И такая элегантная пара, да, и вы друг с другом так хорошо сочетаетесь. Поэтому обязательно обращаю ваше внимание, цена просто, ну, знаете, смешная. Когда мне говорят, что в Oriflame дорогая продукция, я задаю всего один вопрос. Когда вы последний раз видели каталог вообще? Откуда у вас эти сведения, да? Я не знаю, как можно вообще сказать дорого на аромат 50 мл, сделанный известным, одним из известнейших парфюмеров, который стоит 599 рублей по каталогу, а наша с вами цена вообще, наверное, 470 всего. Как на это можно сказать дорого, я не знаю. У меня бы язык не повернулся. Поэтому, ребята, всегда, ну, как, если вам говорят, что дорого, спрашивайте, когда вы вообще видели последний раз каталог, да, что же вы там дорогого-то увидели. И у нас каталог на абсолютно разные кошельки, каждый человек здесь может выбрать для себя именно по своему карману продукцию, да, и все абсолютно подразделяется на три варианта, да, есть у нас продукция для людей, которые, ну, скажем так, средней ценовой категории, для людей, которые с не очень большим достатком, есть у нас категория продукции для людей, у которых средний достаток и чуть выше среднего, и есть у нас категория продукции для людей, которые, в общем-то, любят уже такой класс люкс. То есть у нас есть и первое, и второе, и третье. Пожалуйста, да, шведский стол, да, как в продукции шведский стол возможностей, так и в бизнесе шведский стол возможностей. Пожалуйста, сколько вы хотите зарабатывать, столько мы вас научим зарабатывать. Хотите зарабатывать 20 тысяч, научим зарабатывать 20. Хотите зарабатывать 50, научим зарабатывать 50. Хотите 100, научим зарабатывать 100. Ребят, шведский стол возможностей, что хотите, то и получите. Ну и дальше мы смотрим, начиная с 20-й страницы, предложение, ну, просто совершенно потрясающее, огромное-огромное количество наименований, прям вот так и называется, чистый восторг, лучший выбор, легкий шопинг. Здесь для нас представлено очень много всего, и гель для душа, и мыло наше прекрасное, вкуснющее, который совершенно не расползается, не растекается, красиво будет лежать в ванной комнате, еще и ароматизировать ванную комнату, да, и ухаживать за вашей кожей, и это сразу будет и ароматерапия, и питание, и массаж, вот все, что хотите, да, любой каприз, пожалуйста, а цены, ну, просто фантастические, 69, 95, 85 рублей, ну, ребят, ну, где? Ну, где можно шикарное мыло купить по цене 69 рублей? Вот молоко, мед, золотая серия, 69 рублей. Ну, это же вообще смешно, просто смешная цена. Поэтому рассказывайте, показывайте, и, собственно говоря, люди будут уже более внимательно относиться к каталогу. Представлена продукция за уходом, по уходу за проблемной кожей, да, тоже совершенно с фантастическими скидками, 50% на все. Здесь есть все, и очищение, и тоник, и дневной крем, и гель против прыщей, да, и масочка для лица. Ну вот все, все, что хочешь, да, и тоже по совершенно приятнейшим ценам, которые приятно, опять же, удивят, да? А в этом же каталоге лето, жарко, душ принимаем постоянно, соответственно, в этом каталоге у нас появляются средства с огромнейшим объемом 750 миллилитров. То есть, понимаете, да, если средняя шампунь, который у нас продается, ну, такая статистическая, это 250 миллилитров, значит, три таких. Три. Раз, два, три. Представили? Вот три в одной баночке, да? И у нас представлено в данном случае отшелушивающий гель для душа малина, мята.
Если вдруг по какой-то причине вы до сих пор не знаете, то этот гель с экстрактом натуральной малины, то есть это не химический какой-то экстракт, добавленный с запахом малины, это натуральная малина, аскорбирующими частичками в этом геле как раз являются свернутые до горошинки листики мяты, натуральные. То есть если вы купите это средство, в ванной комнате положите вот эту скрабирующую темненькую частичку, капельку водички, и вот чем-нибудь таким вот иголочкой какой, чем-то таким остреньким, попытаетесь ее раскрутить, вы увидите, что это просто листик мяты, понимаете, самый-самый настоящий, ничего там такого нету, никаких там нету, я не знаю, опять же, вредных каких-то веществ, да, и, пожалуйста, да, приятнейшая совершенно цена, если вы посмотрите, что отдельно, например, гель для душа стоит 299 рублей со скидкой, да, а тут три таких геля в одном 499, понимаете, да, насколько выгодно, в два раза выгоднее взять именно вот такой большой объем 750 миллилитров, и в таком же большущем объеме представлен шампунь, в данном случае это шампунь для сухих волос пшеница кокос, который ухаживает за волосами, питает, в составе также находятся натуральные протеины пшеницы и кокосовое масло, тоже нету никаких, я не знаю, там, веществ, которые могли бы повредить, только все то, что делает ваши волосы более красивыми, и опять же смотрим, если мы просто покупаем шампунь, он стоит 219 рублей со скидкой в текущем каталоге, а если мы покупаем большой объем 750 миллилитров, где уже три штуки вмещается, это всего 459, то есть опять же получается, что большой объем взять в три раза дешевле, нежели маленький объем. Дальше, на 41-й странице каталога, это серия, которая пользуется всегда невероятнейшей популярностью, это серия, которую я сама очень люблю, это серия, которая поможет вам почувствовать дорогой спа-уход вот на своем теле, именно дорогой, знаете, как на дорогих курортах, в Израиле, например, да, на дорогих курортах, в других странах, где есть хороший именно спа, спа-процедуры. И вот эта серия как раз из этой же области, и здесь три баночки здесь представлено, да, это питательное масло 3 в 1 для тела и волос, то есть, пожалуйста, это можно и массаж с этим маслом делать, и просто использовать после ванны, после душа для смягчения кожи вместо крема для тела. И можно волосы, да, чтобы, вбивать волосы это масло, чтобы волосы, кончики не секлись, не сохли, чтобы у волос было хорошее питание. И здесь же представлен антицеллюлитный крем шведский спа-салон, здесь же сразу есть массажная перчатка, пожалуйста, обратите внимание. Ну и, конечно, просто фантастическое средство, которое пользуется невероятнейшей популярностью, это имбирный скраб для тела. Имбирный скраб для тела, он с небольшим таким разогревающим эффектом, и когда вы его наносите на проблемные зоны, то, соответственно, в нем находится еще и масло, и имбирное именно масло, да, которое, проникая в проблемные зоны, оно решает все вот эти вопросы. И вот это вот скраб, когда вы его смываете с тела, после его применения это масло остается на теле. Соответственно, вам даже не нужно после вот этого скраба использовать какие-то дополнительные средства, вы просто-напросто этот скраб, вот как бы, знаете, до полной впитываемости втираете в тело, и, соответственно, у вас сразу идет и эффект лифтинга идет, и эффект вы отшелушивали, отскрабировали мертвые ткани, да, и эффект увлажнения кожи, то есть все, пожалуйста, вот все делает одно такое средство. Баночка огромная, 150 миллилитров, и хватает его на очень-очень долго. Поэтому не экономьте, пожалуйста, на себе, не заглядывайте в кошельки своих партнеров, не заглядывайте в кошельки своих клиентов, предлагайте, рассказывайте. А еще лучше возьмите себе, попробуйте, и тогда у вас будут гореть глаза,
И тогда у вас будет впечатление и эмоции, так как у меня сейчас есть. Откуда я знаю? Да потому что я пользуюсь этим. Я знаю этот продукт, я люблю этот продукт. У меня масло вот прям рядышком вот стоит возле кровати, чтобы вот сразу же перед сном нанести масло на тело и потом уже только вот лечь спать. То есть я постоянно пользуюсь этими продуктами, и поэтому я знаю, что это такое. И я знаю, какой эффект. Поэтому, ребят, самый простой способ научиться организовывать личный товарооборот – это любить продукт. А любить продукт у вас получится в том случае, если вы начнете им пользоваться. А пользоваться вы им начнете в том случае, если вы доверяете. Если вы доверяете своим наставникам, если вы доверяете компании, если вы доверяете проекту, в который вы пришли, да? Если вы доверяете, вот тогда у вас все получится, у вас не будет проблем с личным товарооборотом, у вас не будет проблем с приглашением людей в команду, у вас не будет проблем с ростом по карьерной лестнице. Все, абсолютно все будет получаться, если вы будете любить продукты, будете им пользоваться. Ну и уже, если вы заметили, по-моему, третий каталог подряд компания нас балует продукции высочайшего класса. Это продукция класса люкс, декоративной косметики, это продукция Giordani Gold. Каждый каталог нам компания предлагает что-то из этой категории по совершенно, ну, я бы даже сказала, неприемлемой цене для этих продуктов. Ну, честно, они не могут стоить таких денег, потому что они стоят, ну, вот, я считаю, что даже те... та сумма, которая выше написана, да, вот если тональную основу мы смотрим, там 919 рублей, да, даже это слишком заниженная цена для такого вот, например, качества тональной основы, ребят. Это моя одна из любимейших тональных основ, стойкая минеральная тональная основа, и в текущем каталоге, ну, просто неприличная цена, я лично так считаю. Это всего-навсего 399 рублей при заказе на 500 рублей из этого каталога. Ребят, ну мы уже с вами сказали, что на 500 рублей заказать проблемы нет никакой. И взять себе такую тональную основу, которая, кстати, сейчас у меня на лице находится, да, ну мне кажется, это просто должна сделать каждая девушка в обязательном порядке. Я, кстати, ну, в силу своей профессиональной принадлежности, да, из-за того, что большое количество мастер-классов в свое время сделала, всегда смотрю на лица людей, всегда смотрю на цвет лица, да. И очень часто вижу, как женщины, девушки глазки накрасили, губки накрасили, а тоналки нет на лице, и все. И весь макияж, вот, ну, зря делали, ей-богу, не виден, никак вот на том цвете лица, который я вижу, да, нарисованы эти глазки, лучше бы они уже и глазки не рисовали. Поэтому, ребят, тон – это защита в первую очередь, это защита от ультрафиолета, это защита от пигментации, это защита от пыли, грязи, ветра и так далее, и так далее. Это ваша молодость. Сегодня не те тональные основы, которые были раньше, которые там не дышали, не пропускали, не давали ничего и так далее и тому подобное. Совершенно другие тональные основы, их совершенно не видно на лице, они абсолютно комфортно лежат, они очень часто подстраиваются под цвет лица, даже если вы чуть-чуть там в тонах ошиблись, она вам это простит, эта тональная основа, но если, конечно, вы не на 2-3 тона ошиблись. А тоналки на сегодняшний день – это спасение, это ваша молодость, это ваша привлекательность, поэтому обязательно приобретаем тональные средства и, конечно же, обязательно им пользуемся. А дальше еще одно просто фантастическое предложение, это карандаш для бровей Giordani Gold, мой любимейший карандаш, именно им я корректирую свои бровки, он двухсторонний, как вы видите, с одной стороны цвет, у меня каштановый мой карандаш, ну, у меня темные брови, да, поэтому, конечно, каштановый, а я прям, знаете, как вот так вот пунктирчиком так вот дорисовываю там, где нужно дорисовать, да, и потом разворачиваю второй стороной, где вот щеточка для растушевки, и прям вот так расчесываю бровки, и, соответственно, брови всегда аккуратненькие, на месте, и, в общем-то, не выглядят нарисованными, то есть выглядят очень-очень естественно. Ребят, я всегда подкрашиваю брови, но я никогда не делаю татуаж, ну, это вот мое личное, да, я не люблю
Я люблю вот именно так вот карандашиками, сама лично, так, как я хочу. Сегодня хочу поярче, завтра хочу побледнее, послезавтра еще что-то хочу, да. То есть я могу варьировать с помощью карандашика, делать так, как мне удобно. И в данном каталоге этот карандашик, ну, просто с фантастической скидкой 55%, поэтому обязательно возьмите, обязательно попробуйте. Я так думаю, что он вам, конечно же, понравится. По-другому просто быть не может. Дальше нас всегда балуют новинки в каждом каталоге, и так как у нас сейчас идет лето, а лето это солнце, это яркость, это привлекательность, то компания нам предлагает различные такие фантазийные макияжи с помощью новых теней, называется тени Kyle, с кремовой текстурой, насыщенным пигментом. Идут три оттенка, нежный голубой, угольный черный и яркий фиолетовый, да, вот три оттеночка. И также нам предлагают жидкую подводку для глаз с эффектом металлик в четырех оттенках, черный, синий, желтый, зеленый, да. Пожалуйста, можете приобретать, пользоваться. Я, кстати, подобными средствами, особенно вот тени, да, где находится, пользовалась, они тоже так же хорошо растушевываются, и вот этими тенями очень хорошо, вот черным особенно карандашиком, очень хорошо делать смоки-айс настоящий, такой, знаете, настоящий смоки-айс, он легко, красиво будет растушевываться, легко рисовать линию, она хорошо фиксируется, хорошо держится, ну, в общем, все будет прекрасно. Поэтому, пожалуйста, тоже обращаю ваше внимание на эту новиночку, берите, не пожалеете. Ну, вот этот вот, просто не смогла пропустить эту страницу, как я уже сказала, меня к каталогу вообще пропускать нельзя, потому что мне нравится много чего из этого каталога. И в данном случае 65% скидка на гель-кондиционер для бровей и ресниц и BB-бальзам для губ. Это два средства, которые лично я считаю, просто должны обязательно быть в косметичке каждый, даже, я бы сказала, не только девушки, вот честно, да, потому что ухаживать за губами нужно всем, никому не понравится целоваться с обшарпанными губами, неважно, кому они принадлежат, мужчине или женщине, согласны со мной, да, губки любят, чтобы были мягкие, пухленькие, приятненькие, такие комфортные на ощупь, да, и руки, и языка, вот, ну, а глазки, конечно же, всегда хочется, чтобы ресницы были красивыми. И мне тоже часто задают вопрос, как я ухаживаю за своими ресницами. Очень просто, ребята. Я постоянно, каждый день, обязательно в порядке, использую гель-кондиционер для бровей и ресниц. То есть, когда я наношу макияж, после того, как я нанесла тон, перед тем, как начать наносить, глазки рисовать себе, да, я обязательно, первое, что делаю, я наношу гель-кондиционер на брови и на ресницы. И только после этого я приступаю к макияжу глаз. Пока я там все это крашу, рисую и так далее, и тому подобное, гель-кондиционер впитывается, и только после этого, уже после геля, если это бровки, значит, я карандашиком рисую, если это реснички, значит, я тушь применяю, то есть, но всегда, всегда сначала гель-кондиционер. Иногда встречаются девушки, которые говорят, я не люблю красить ресницы, я вообще ресницы не крашу, ради бога, пожалуйста, это тоже имеет место быть, не вопрос совершенно, но летом реснички выгорают на солнце, это тоже не секрет. Если такая девушка, которая, ну, не любит она красить глаза, если она будет использовать гель-кондиционер, реснички у нее не будут выгорать, они будут также смотреться длинненькими и ухоженными, раз они не будут выгорать, значит, они будут высыхать, а если они не будут высыхать, они будут ломаться, соответственно, она сохранит свои ресницы на долгие-долгие годы. Ну, и у нас очень много историй с этим гелем-кондиционером связано, одна из историй, клиентка однажды была, ну, она и есть сейчас, да, которая пожаловалась на то, что у нее залысинки, вот выпали нижние ресницы, ну, так вот что-то случилось, глаза терла, и что она там делала? Ну, выпали нижние ресницы, верхние есть, нижних нет. Она говорит, не знаю, что уже делать, что только не делаю, ничего не помогает, и в аптеке что-то она там брала, еще где-то, не помогает ничего. И мы ей посоветовали взять гель-кондиционер и наносить на вот этот вот участок, ну и что нет нижних ресниц, прямо наносить вот на эту область, где, по идее, не должны быть, да? Потому что там есть луковки, ну, из которых, по идее, должны были эти ресницы расти. И раз ресницы не росли, значит, питания не хватало, ну, как вот так мы так рассудили. И мы ей предложили вот такой гель-кондиционер.
А когда мы с ней встретились через месяц, она сказала: посмотрите, посмотрите на меня. Мы стали смотреть, она говорит: посмотрите, я наконец-то глаза могу красить, у меня вообще глаза появились, посмотрите, у меня выросли ресницы. Ребят, да, на самом деле, это правда, у нее выросли ресницы. А, поэтому, в общем-то, это не только один такой случай, таких случаев было много уже, поэтому обязательно используйте это средство, обязательно воспользуйтесь такой скидочкой. Я вам хочу сказать, что это как раз те средства, которые быстро не бывают на складе. Вообще многое из того, что я сегодня рассказывала, да, вот серия Giordani Gold, например, тональная основа, да, карандаш для бровей Giordani, вот это средство, и много-много другое, очень быстро будет отсутствовать на складе по той простой причине, что, ну, не мы одни такие умные и обратили внимание на такие цены, да, другие тоже это увидели. Настюша на английский перешла, и тоже начнут заказывать себе, поэтому быстренько делаем заказы, и помним правило, что человек, который пришел в бизнес, должен размещать свой личный товарооборот 150 баллов на первой неделе каталога, а лучше в первый день каталога, то есть прямо сегодня, что, собственно говоря, я обязательно сделаю, сегодня обязательно сделаю личный заказ. Вот Настя пишет, мама тоже вырастила себе так реснички, тоже, наверное, нас послушала, да, Настя, свою время приобрела, и вот, пожалуйста, результат. Мама вырастила реснички. 81-я страница. Компания продолжает нас баловать новой серией Optimals. И если в прошлом каталожном периоде при покупке там чего-то, я уже не помню чего, нам предлагался крем для век, невероятный эффект, то в этом каталоге при покупке любого средства Optimal со страницы 81-87 нам предлагают гель для умывания в подарок, ребят. Ну, это вообще просто фантастика. То есть в прошлом каталоге мы в подарок взяли крем вокруг глаз, сейчас мы возьмем гель для умывания в подарок, и, в общем, еще чуть-чуть, и вся серия у нас уже будет, да? Вот, поэтому, конечно же, используйте, обязательно делайте ежедневный правильный уход за кожей лица, это обязательно умывалочка, да, то есть вы умываетесь или молочком снимаете все то, что у вас накопилось на лице в течение дня, а затем обязательно протирайте лицо тоником, да, убирая остатки очищающего средства, и только после этого вечером вы наносите дневной крем, крем вечером, утром вы наносите дневной крем, то есть это правильный комплексный уход за кожей лица. И в этой серии у нас расширилась линейка новые серии для нормальной комбинированной кожи, дневной ночной уход, и для сухой кожи также, и чувствительный дневной ночной уход. Пожалуйста, смотрите, подбирайте себе, своим знакомым. Ребята, серия прекрасная, замечательная, проверенная, причем клинические испытания прошла, поэтому приобретайте. Я, например, обязательно себе приобрету очищение и тоник, да, обязательно из этой серии, потому что она мне тоже очень-очень нравится. То есть я летом пользуюсь серией Optimals, и летом я пользуюсь коллагеном, да, и коллагеном серию, именно где легкий крем, легкий дневной крем. Вот. А зимой я перехожу на серию Lift Expert и пользуюсь именно этой серией. Поэтому вот, пожалуйста, берите тоже с меня пример, подбирайте себе уход за кожей лица по сезонам. Еще хочу обратить ваше внимание, что на 92-й странице очень аккуратненько, мне кажется, мы даже картинку не поставили, но просто сами посмотрите в каталоге, на 92-й странице там спряталась прекрасная скидочка на очень прекрасную штучку, которая называется двусторонняя щеточка для лица. То есть смотрите, у нас с вами есть аппарат для очищения кожи лица Skin Pro, это такая, как это назвать-то, да, есть механическая, ну, в общем, работающая на батарейках версия, да, очищения, да, когда вы капельку геля выливаете на этот аппарат, включаете его и в течение одной минуты очищаете правильно свою кожу лица. Но бывают случаи, когда мы с вами в дороге, например, бываем, в отпуске бываем, на даче бываем, и не потащишь с собой целый аппарат, потому что, ну, неудобно, может быть, да, да и таскать с собой не хочется. В этом случае вас спасет вот эта вот вещь, это замена этого аппарата, двусторонняя щеточка для лица, то есть там сама по себе щеточка точно такая же, как и в аппарате, но батарейками будьте вы в этой ситуации, конечно же, да, точно так же,
Намочили в воде капельку геля туда, ну, единственное, что вот вы сами, да, сами своей рукой начинаете очищать кожу лица этой щеточкой, и, конечно же, это более эффективно, чем вы вот так вот просто руками умоетесь. Поэтому вот я обращаю ваше внимание, и в этом каталоге 50% скидка на эту щеточку, мне вообще кажется, что скидочка первый раз на это, на эту щеточку. Возьмите, возьмите, даже если вы еще пока не путешествуете, я думаю, что завтра вы узнаете новость, благодаря которой вы обязательно захотите путешествовать, и уже пусть эта щеточка будет таким, знаете, первым символом того, что вы будете много-много путешествовать по всему миру, видите мир своими глазами, и она будет путешествовать вместе с вами. Пусть она будет вот таким вот классным символом. А что еще? Что еще? Еще одна замечательная вещь. Но я говорю, меня нельзя к каталогу подпускать, я не могу молчать ни о чем. Это восстанавливающая капсула для лица с концентратом масел в серии Nabeige. Да, 30 капсул в каждой вот такой вот баночке. Ребята, если вы хотите встряхнуть свою кожу, если вы хотите ее за 4 недели привести прям в такой, знаете, порядок, тонус. Если вы хотите, даже если вот вы еще не доросли, да, до 40+, но именно вот это питание позволит вам очень быстро привести кожу в прекрасный совершенно вид, подтянуть, лифтинг сделать, цвет лица придать и так далее и тому подобное. Значит, одной капсулки вам будет хватать на лицо, на шею и на область декольте полностью. Представляете, вот полностью. Одной всего лишь навсего капсулки. Одна капсулка в день. Вот смотрите, стоит, вот здесь цена, да, 2399. Ну, я так думаю, давайте от 2000 считать, наша цена там, ну, 1900, наверное, где-то будет. Давайте посчитаем. Значит, получается, например, да, 1900 рублей наша цена, мы делим на 30 дней, получается одна капсулка, ребят, стоит всего 60 рублей. 60 рублей в день, и вам не нужны никакие пластические операции и похождения в косметологические кабинеты. Всего 60 рублей в день. Ребят, знаете, мужья, кто у кого курит, мужья, или, может, девочки сами курят, сейчас пачка сигарет стоит, как я знаю, дороже, да? Вот, поэтому, а тут красота. А тут здоровье, а тут сияние кожи, а тут молодость. И все это удовольствие всего-навсего за 60 рублей в день. Поэтому, пожалуйста, берите, обязательно используйте. Я себе возьму обязательно, просто обязательно. А что еще я вам здесь выделила? Ароматы. Ребят, в этом каталоге творится что-то невероятное. Даже где-то что-то я какую-то фантастическую надпись видела. Сейчас попробую найти. Где-то что-то такое интересное было написано. Вот, великолепная дюжина. 12 парфюмированных хитов. То есть, смотрите, в этом каталоге представлены все самые ходовые ароматы по рейтингу самой компании. То есть компания всегда отслеживает, какие, ну, что, сколько продается. И вот в этом каталоге представлены все самые продаваемые ароматы. Что это означает? Это означает, что они все абсолютно пользуются популярностью. И все эти ароматы со скидкой 55% при заказе на 100 рублей из этого каталога. Все. Мужские, посмотрите, S8, Giordani Gold Man, Glacier, Экла классический, Экла Спорт. И женские ароматы также представлены, тоже совершенно огромная коллекция самых-самых-самых любимых, самых продаваемых ароматов. И Giordani Gold, и Giordani Gold White, и Love Potion, и Экла классический, и Экла Укен, и Эльви. Ну вот все. Все, что хотите, да, любой каприз, пожалуйста, представлен в этом каталоге. 55% скидка. Цены нереальные совершенно, абсолютно. Вот смотрю и просто удивляюсь. Мисс Giordani за 1049 рублей. Когда вообще была такая цена, да? Я не помню. Экла 1079 рублей, да, у Кен. Экла мужская 1079 рублей.
Эльви вообще смешно, 899 рублей, ну просто нереальные цены. Поэтому, в общем-то, этот каталог просто, конечно, сногсшибательный. И это я себя ограничивала как могла, честное слово, старалась. Не все вообще показала, рассказала, что вообще мне понравилось. Да. Вот. Не все рассказала, но невозможно, невозможно просто остановиться, оторваться от этого каталога. Ну и, конечно же, нам предлагают на развороте обложки две новиночки. Это специально смягчающее средство с маслом черники и защитный крем для рук облепиха. Также новиночки. Пробуем. Я думаю, что это будет вкусно, здорово. И самая последняя обложечка каталога – это стойкий лак для ногтей The One. Всегда говорю о том, что я всегда пользуюсь такими лаками. Всего 99 рублей, совершенно фантастическая скидка 80%. Вот, поэтому, ребят, каталог сумасшедший, просто сумасшедший. Личный товарооборот в этом каталоге сделать легко, абсолютно легко, хоть сколько вообще. И 100, и 150, и 250, можно вообще во все клубы войти, какие только существуют в природе, да. И легко, вот Настя написала, легко делать рекрутов с таким фантастическим каталогом, легко учимся приглашать людей, и легко рассказываем своим командам, вот есть дизлайки, да, и легко рассказываем своим командам о том, что вы любите сами. Еще раз повторяю, будете любить продукцию сами, будете сами пользоваться продукцией, у вас всегда команда будет легко делать личный товарооборот. Все начинается в вашей команде с вас, а вы начало всего. Помним о том, что у нас продолжает акция что-то там про лето, как она называется, лето со вкусом, да, вот эта вот акция, лето со вкусом. Мы продолжаем собирать вот такой вот комплект посуды, и в прошлом каталоге все, кто сделали от 50 баллов и более, обязательно в свой заказик дописываем код 525-920, код салатника, ну, как бы компания это позиционирует как салатники, а я лично на это смотрю, как на прекрасную, например, тарелочку для окрошки, или для творожка, или еще для чего-то, да, то есть, пожалуйста, главное горячее не наливать, а так, в общем-то, очень красивая посуда, поэтому собираем, продолжаем собирать эту коллекцию, выписали себе код и в свои заказики вписываем и контролируем, чтобы наши партнеры тоже вписывали свои заказики. Ну и прям краешком глаза открою вам маленькую-маленькую тайну. Все подробности мы с вами узнаем завтра, уже завтра, и не только про это. Это просто вам такая замануха небольшая, да, чтобы вы захотели выйти на завтрашний вебинар от компании. Буквально с завтрашнего дня у нас стартует новая рекрутинговая акция, которая будет называться «Кухня красоты», и каждый из вас сможет собрать вот эту всю совершенно прекрасную коллекцию вот этих вот замечательных вещей для кухни, да, бытовая техника для кухни, и йогурница, и соковыжималка, и блендер, в общем, чего тут только нету, ребят, есть все, даже то, чего я не совсем знаю, что это такое, вот, например, там вторая штучка сверху, не знаю, даже, что это такое, все есть, на завтра, все, все подробности завтра, какие условия, что нужно сделать, как мы приглашаем новичков, какие для них условия, и так далее, все узнаем завтра. Я думаю, что мы с вами просто потрясающе проведем эту акцию, соберем всю бытовую технику. Поставьте плюсики, кто собирается всю свою кухню уставить вообще бытовой техникой. У меня, кстати, в кухне, мне кажется, вообще много чего есть. У меня и чайник, это подарок компании, и блендер, это подарок компании, и соковыжималка. Выжималка у меня, да, подарок компании. У меня даже телевизор есть подарок от компании. Ноутбук, с которого я веду сейчас эту презентацию, подарок от компании. Ну, то есть, ребят, у меня бытовая техника, ну, практически вся подарочная. Я не успеваю сама ничего покупать, потому что я даже захотеть не успеваю, не поверите, да? А соковыжималку получила в прошлом году. Она еще не вышла из строя. А мне уже тут новую соковыжималку предлагают. Понятное дело, что новую, опять же, хочется соковыжималку. Поэтому у меня даже вот не успевает ничего, собственно говоря,
я даже мечтать не успеваю, как быстро мне компания предлагает различные вот такие вот подарки. Поэтому, ребята, будьте активными, будьте продуктивными, и у вас тоже будет все, абсолютно все, вся техника от компании, потому что компания нас балует бесконечно. Ну и завтра, уже завтра, в 12 часов по московскому времени пройдет вебинар от компании, где вы узнаете подробности все, про все акции, и не только это. Завтра вас ждет фантастическая, ребята, новость от компании, и это я говорю не про рекрутинговую акцию, я вам говорю совершенно про другую вещь, после чего у вас пятки гореть будут, просто будут гореть пятки, поверьте мне, вы будете рекрутировать с бешеной скоростью, у вас такой драйв появится, что это будет что-то совершенно невероятное. Я надеюсь, что я вас зарядила на успех, я надеюсь, что я вас зарядила на движение активное, да, и вы захотели все, абсолютно все выгоды получить, которые только предлагает наша компания. Как я уже сказала, у нас с вами шведский стол возможностей. Что хотите, то вам и дадут. Да? Хотите 5 тысяч зарабатывать, будете 5 тысяч зарабатывать. Хотите 50 зарабатывать, будете 50 зарабатывать. Поставите цель 500 зарабатывать, и 500 можете зарабатывать. Поэтому вообще все ограничения только в нашей с вами голове. Убираем все ограничения, давим всех своих тараканов в своей голове, да, и активно работаем. Работаем, приглашаем людей, рассказываем им также вкусно о продукции, влюбляем их в компанию, в продукцию, в команду свою, и активно, сильно, мощно растем по карьерной лестнице. Я вас, в общем-то, ну, на этом моя часть презентации закончилась. Да-да-да, не ждите чуда, чудите сами, точно. Моя часть презентации закончилась. Если есть какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу.